Итак, начинаем движение вот с этого. Это район Кола. Здесь уже ребята сидят. Ну. Так, бери что еще попить. Что будешь? Спрайт. А мне как всегда, бир. Бир. Это обратная коляна. А, возьму сразу. Что? Я вчера зеленого, а теперь наш. Такой пташек. Сейчас. Вот здесь такой старый форт. Ров огромнейший. Сделали. Там море вдалеке. Пушка вот старая, пушка старая. Церковь.
Здесь вот старые могилки, сотни лет которым. Вот домик, здесь жили. Сейчас уже давно никто не живет. Приближаем тебя. Бахнем. Красотулик. И теперь так смотрим. Огромный баньян под старым-старым домом, в котором уже никто давно не живет. А это церковь, старая-старая церковь. А там люди неизвестно какие. Идут неизвестных причин. А мы здесь. Измученные солнцем и жарой. Но веселые и довольные, да? Привет, Россия! Приглашаем как она называется? Кабо-де-Рама, да. Порт Кабо-де-Рама. Рама? Идем дальше. Вот, и выходим на такую большую поляну, за которой обрывы и море. Так раньше выбирали колонизаторы себе места, чтобы безопаснее было со всех сторон. Екатерина у нас разведчик. Идем дальше. Вот такая дорожка. Вот такое огромное пространство. И там вот красивое-красивое море. Среди пальм красиво. Вот здесь открывается нам красивый пейзажик. Камни. И вот. Тропический рай. Ну, когда войдем в этот тропический рай, там совершенно не особо рай. Трава, лианы. Так что лучше ходить по дорожкам. Вот. Вокруг эта красота. А здесь вот такие вот камушки. Огромные трещины. И вниз. Хо-хо-хо, порядочно. Метров 6. Идем дальше.
И вот, наконец, мы дошли до цели. Здесь оказался такой вот старенький домик. Обычный домик. Но ему уже несколько сотен лет. Наверное, 400-500. Вот здесь на самой горке. Посмотрим, что это такое. Стены как были сделаны, так и стоят. Хорошее качество. Славно делали. Вот. Здесь съемки хорошие могут быть. Сейчас мы обойдем его. Ну и здесь один вход наверх. Так, куда нам дальше идти? Дальше посмотрим. Наверное, не получится никуда дальше. Ну идем. И здесь такая панорама открывается. А внизу у нас под ногами огромная трещина. Сейчас мы переступим через нее. Опла. So you come from that way? Or this? Agam. Мы находимся сейчас в
на территории старого форта, католического, португальского, то есть маленький форт. И с той стороны мы видим такие скалы, берег красивый. А здесь мы на горе просто пришли к развалинам. К развалинам старого форта. Здесь когда-то были постройки жилые, здесь когда-то жили люди, молились, оборонялись. Ров тут большой, огромный вокруг. Сейчас это просто уже старинные развалины, хорошо сделаны. А рядышком красота неописуемая. Лучше, чем Крым. Нет, не лучше, чем Крым, но очень красиво. Очень красиво. Да. А за этой горой находится пляж Кола Бич. Там песочек и очень все здорово. Итак, мы подъехали сейчас на Кола Бич. Вот. Вот спускаемся. Посмотрим, как это самое. Дороги здесь нет. Ну, почти нет. Такая вообще слабенькая дорога. Но проехать можно. Так, ступеньки. Такие вот ступенечки. Идем. Здесь барчик сразу на самом побережье. Это вот есть Кола Бич. Песочек, пляжик. И вот такой красивый барчик. А, смотрите, красный флаг, красиво как все. Это Кола Бич, Южная Гоа. Вот такие красоты. Кола-Бич. Кола-Бич? Кола-Бич влево. Сейчас покажем дорогу. Она не очень хорошая, но на хороший пляж ведет. Сейчас только покажем. Вот такая вся дорога на пляж Кола Бич.
спрашивали за жилье. И здесь можно за 15 тысяч рупий, примерно как российских рублей, можно на месяц снять себе комнатки. Правда, они маленькие, лучше все-таки снять домик за эту же сумму, а то и меньше. Знаю, что там есть, мы там были. Это такой эксклюзивный пляжик. Извините уже за качество, потому что скачем как сайгаки по этим лавовым дорожкам. Камни здесь. Камни здесь. Сейчас мы спустимся вниз, здесь эксклюзивное место, здесь очень дорого, то есть если домик можно снять на месяц, то за эту сумму мы можем снять здесь такую хижинку на одни сутки у самого моря, полный сервис, все очень красиво. Конечно, но очень дорого это. Здесь вот такой ресторанчик. Алло. Вот здесь вот отдыхают, очень хороший вид есть. Ай. Вот посмотрим, как здесь красиво. Вот здесь отсюда вид открывается. А мы были вот там, и вот оттуда мы снимали это побережье. Там дальше сейчас мы посмотрим, как оно выглядит. Вот такие красивые места. Да. Выхода нет. Очень здорово. Выхода нет. Идем дальше. Пляж покажем в следующем фильме. Мы сейчас попробуем. Старые камни какие. Боже, сколько им лет, сколько же это труда здесь. Идем наверх, еще идем. С самого верха все посмотрим. Вот океан. Пейзаж.
там. Да, это то, что мы наигрывали. Здесь еще одна пушка лежит. В очень хорошем состоянии. Посмотрим, что отсюда открывается нам вид. Изумительный вид. И внизу домик. Утка. Да, много-много метров здесь. Вниз. Идем еще посмотрим, что здесь. С этой стороны тоже пушка стояла. Если это что. Дюра. О, да. Это ров огромный. Боже, сколько же это людей нужно было, чтобы выкопать это все. И он еще был. Миллион. Он еще был глубже. Потому что со временем сколько? 500 лет прошло. Это же уже все засыпалось. Это был огромный ров, который пройти было очень сложно. Как все здесь красиво. Бычок, а мы приехали.